Да-да-дам! Дутори ночью. Бассейн. Да-да-дам! 2 часа ночи. Один лифт остановился на 5-м этаже, наверное. Второй лифт остановился на 16-м этаже. 16-й, 15-й. На 14-м этаже есть деревце. Слава Богу, что у меня нет водительских прав. Я никогда не делала водительские права, потому что когда я выпью, меня накрывает машине. Я еще в молодости поняла, что я не хочу водить машину, потому что я не хочу быть причиной смерти других людей из-за какой-то аварии на дорогах. Сейчас вот даже в бассейн можно заходить только с разрешением, с измерением температуры в собственном доме. Вы можете себе представить? Вот такие вот дела. Я выпила драй мартини, шампанского, устриц и сырых рыб. И, конечно, немножко под шафе.